Вам нужны деньги? Вы ищете работу или мечтаете о поездке на море, новой квартире? Или вы думаете о собственном бизнесе? Проект «Бизнес Старт» с компанией «Фаберлик» предлагает отличную возможность создания бизнеса без риска и вложений и за короткий срок выйти на достойный доход. Преимущество нашего проекта. Весь бизнес ведется онлайн. Вам потребуется только компьютер и интернет. Вы получаете готовую систему ведения бизнеса, пошаговое обучение, набор готовых инструментов, помощь и сопровождение профессиональной команды 24 часа 7 дней в неделю. Компания «Фаберлик» – надежный партнер. Компания «Фаберлик» ежегодно помогает тысячам людей изменить свою жизнь. Начните успешный бизнес прямо сейчас. Отправьте заявку на участие в проекте «Бизнес-старт» на нашем сайте под этим видео. Решение построить достойную жизнь только в ваших руках. Я очень рада вас сегодня приветствовать. Сегодня наша тема звучит так: социальные сети, начало работы в интернет. А кому-то, скорее всего, покажется, что это они все знают, и я так буду рада, что вы это знаете. Но больше тема для тех, кто еще не сталкивался с интернет, или же только-только прикоснулся, и только начинает искать себя, искать, как правильно работать, идет на различные обучения и пробует себя. Потому что, когда я начинала 2 года, 1.5 года назад работу в интернет, практически не было никакого обучения. Точнее, не то, что не практически, вообще не было. И училась я, знаете, по принципу, где нас услышала, где прислушалась, где нашла, где прочитала. И большей частью училась у наших конкурентов. Это Oriflame, Maven, ну и другие компании. Сейчас, конечно, вот за 1.5 года, скажу вам честно, очень много изменилось. И много обучающих моментов, обучающих тренеров, обучающих... Ну, все коучи стали сразу почему-то. Вот 1.5 года назад тяжело было вообще найти человека, который мог бы объяснить систему. Сейчас куда ни зайди, или я, может, уже как-то так обращаю внимание, практически все занимаются коучингом, все учат MLM-щиков работать в интернете. Ну, я вам расскажу свою правду, расскажу свое видение, как я работаю. А более простой вариант у меня, более легкий. Если вы хотите пойти по принципу быстрого роста и трафика, конечно, вкладывайте деньги в рекламу, в Яндекс Директ и вперед. И я думаю, что здесь будет действительно найдите хорошего программиста. Но у меня вот как таковых программистов нет, поэтому я стараюсь обучение покупать, учиться. И всем рекомендую, сейчас вот будет у нас новое обучение. А пока давайте познакомимся, может, меня кто-то не знает. Быстренько пробегусь по своей биографии. Меня зовут Морозова Наталья, я старший директор. Мне 38 лет, индивидуальный предприниматель. Нахожусь сейчас в декрете уже. Как мама в декрете, только индивидуальный предприниматель, с основного места работы я уволилась в компании с 2002 года, но 5 лет уходила с 10 по 12, по 15 не работала. И в 15 году, в апреле, я вернулась, вот уже 2 года, как я вернулась в новый бизнес, в сетевой маркетинг. Доход за прошлый год составил более 1 миллиона рублей. В интернете работаю чуть больше года. На сегодняшний момент руководитель у нас своя... Система своя готовая, свой проект, мы только-только его запустили в январе, ему всего 4 месяца, но он показывает свой результат, являясь руководителем проекта «Бизнес-старт». Хочу напомнить про обучение, кто не знает, кто не слышал, 27-28 мая будет обучение, онлайн 400 рублей стоит, то есть вы будете дома находиться и смотреть в интернете, либо вживую вы можете получить больше информации, больше впечатлений. 2 дня в Челябинске, 1000 рублей. Никто не просил меня анонсировать. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что без обучения, без знаний в интернет нечего делать. Вы уж меня простите, но если у вас не будет обучения, если вы не будете профессионалами в своем деле, то вы, как я, потеряете год на интернет, потому что я считаю, что год я училась, это была такая работа изучения интернета, целый год я потратила на то, чтобы понять смысл, понять систему, прийти к этой системе, и вы сейчас можете за короткий промежуток времени получить это сразу,
А мне понадобился целый год на то, чтобы потратить. И вот кто ведущий? Кирилл Кирьянов, один из экспертов, он бывший, ну, на сегодняшний момент я знаю, что он тоже MLM-щик, и Мария Кисла, это именно работает рекрутинг через интернет, у нее муж директор, то есть настраивает Яндекс.Директ, и она продвигает себя как коуч, как тренер, и работает в MLM-компании, не знаю в какой, не спрашивайте, просто вот как в качестве анонса их обучению. А теперь мы с вами переходим конкретно, что вообще, что собой представляет рекрутинг через интернет, что это такое, как вообще начинать работу. Вот когда я начинала больше года назад, то я хваталась за все, я не понимала вообще, что нужно делать. Но как-то вот интуитивно, я сразу создала канал на Ютубе, интуитивно сразу начала себя позиционировать как личный бренд, интуитивно делала какие-то фотографии. Все это, понимаете, было интуитивно, не было никакой системы, не было никаких шаблонов как таковых. То есть у меня что-то было такое, вот как бы я видение, но четкой картины видения, как сейчас, например, ее нет. А не было. А сейчас я хочу сказать, что метод работы, конечно, он есть, есть определенная система, по которой вы можете работать. Вы выбираете свои, то есть у вас должна быть система работы в интернете. То есть у вас, во-первых, должен быть отработанный уже личный бренд. Это во-первых. Во-вторых, у вас должны быть соцсети, оформлены странички, обязательно Одноклассники, обязательно Контакт, обязательно Инстаграм, обязательно Фейсбук. И советую продвигать себя через канал YouTube как именно личный бренд. Это один из методов работы. То есть вы можете работать, первое, как личный бренд, вы можете работать спамом, и в принципе ничего здесь страшного такого нет, кто-то боится этого слова, я его не боюсь. Мы все прекрасно знаем наши сотоварищи в компании, вы знаете, что уже большой квалификации, не буду говорить фамилии, уже находится на большой квалификации, уже международного открыли директора, работают исключительно спамом. И ничего тут страшного нет, это тоже метод работы. Конечно, он не очень, не все его любят, я предпочитаю больше метод личного бренда плюс сообщения, поскольку и работаю сейчас большей частью я в Инстаграм. А метод картинок, это когда вы, ну, картинки, фотографии я его называю, это когда вы себя позиционируете и пишете различного рода посты, прикрепляете картинки, а можете просто прикреплять картинки, отмечать друзей, я расскажу об этом. Можете работать в сообществах, в группах, очень хорошие результаты по рекрутингу, по трафику, то есть именно идет хороший трафик, но будьте готовы к тому, что через группы сообщества вы будете просеивать через себя, я просто проходила это, сейчас я не работаю этим методом, просеиваешь через себя очень большое количество и отнимает очень много времени, но рекрутинг через группы сообщества от 5 до 10 человек в день. Но из этих 5-10, если вот у меня статистика, если с 15 один начинает работать, то отлично. То есть группы сообщества для меня, трафик очень хороший, но люди, как правило, молодого возраста, они еще не готовы себя спозиционировать сетевым, они не готовы себя утруждать работой, поэтому ищите людей, целевую аудиторию, мамы, либо женщины, ну, либо мужчины, свыше 25, это минимум возраст, который начинаю работать. Я сразу, как только ко мне обращается молодежь до 25 лет, я даже их не регистрирую, честно скажу, я им говорю, сначала вы собираете заказ, делаете заказ, после этого я вас регистрирую. Только в таком случае. А больше, потому что я потратила очень много времени на молодую аудиторию. Ну, человек 70 прошел, наверное, через меня молодежи. Результата ноль. Они не работают. Не работают, потому что они, ну, может быть, где-то, конечно, и кого-то работают, они себя не позиционируют как предприниматели. И поэтому не трачу на них время. Это вы сами определяете целевую аудиторию. Составьте себе, пожалуйста, карту, вот как я называю, карту смысла она называется, кто проходил обучение в MLM онлайн. У меня есть такая карта, и я конкретно знаю, с кем я работаю, как я работаю, с помощью чего я работаю, какие шаблоны, что я пишу. То есть у меня четкое видение,
что я хочу донести до людей. Поэтому, может быть, из всего трафика, который приходит, не со всеми мы срабатываемся, не со всеми мы работаем, потому что, ну, у меня достаточно жесткие требования по началу, по работе. То есть для меня важно, чтобы человек себя спозиционировал как лидер. И тогда с ним, как с лидером. И пятая реклама в бесплатных группах. Это метод комментариев по контакту. Очень хороший тоже метод. Ну вот я про него больше говорила. Это группы сообщества, это когда вы ведете группы сообщества. Маленько тут я вам перепутала. Ну, поняли, надеюсь, меня. Это вот такие методы, которые вкратце я вам расскажу. Личный бренд. Вообще стараюсь сейчас работать на личном бренде. И учу, в принципе, всех своих девочек работать с фотографиями, с позиционированием себя, кто вы. И чтобы вы несли обязательно полезную информацию, нужную для людей. Не просто выкладывали картинки о работе, а что вы даете людям, какую возможность вы даете людям. То есть вы даете, кто-то дает красоту, кто-то дает здоровье, кто-то дает работу. То есть какую полезность вы даете своим потенциальным лидерам, людям, консультантам потенциальным, своей целевой аудитории. Что вы, вот, как вы себя позиционируете? Кто-то несет красоту и здоровье, кто-то несет себя как коучи, то есть тренирует людей, кто-то несет себя как... Я всегда говорю, что я учу людей зарабатывать деньги. То есть если человек хочет зарабатывать деньги, он их будет зарабатывать, но только делать он должен только то, что я говорю. Если человек не делает то, что я говорю, ну, я его не трогаю, пожалуйста, работайте сами, но тогда без претензий ко мне. Понимаете, да, о чем я говорю? Вы должны себя четко спозиционировать. Если вы себя позиционируете как лидер, как человека, который помогает другим в чем-то, то люди к вам потянутся. Именно те, которые вы захотите. Я дальше расскажу об этом. И социальные сети выбираете. Ну, вообще, сейчас мы с вами поговорим про две социальные сети сегодня. Это Одноклассники и Контакт. В понедельник мы будем с вами говорить о конкретно об Инстаграме. Я вам покажу Инстаграм и свои странички, как мы работаем. И сейчас я буду говорить немного об Одноклассниках, о Контакте. И в июне мы с вами возьмем тему разработка системы работы в интернете с помощью социальных сетей. И я возьму две темы, вам покажу, как я работаю, как без рекламы, без вложения каких-то больших денег, как регистрировать от 1 до 3 людей в сутки. Ну, сами. То есть вот сейчас у меня примерно такой трафик. Конечно, для меня он маленький, мне не хватает такого количества, то есть примерно мне надо раза в 4 больше в день, но пока вот так. То, что я знаю, могу научить. Те, кто делает больше, ждем их, конечно, на обучении, пока они никто не дает обучение по как заставить интернет работать уже на вас. Не вы на интернет, а интернет на вас. Пока поговорим о социальной сети Одноклассники. Рекомендую вам, это мои рекомендации, сделать не менее 5 страниц. Почему 5, не больше? Вообще у меня больше страниц. Но моего времени хватает на то, что я отрабатываю 5 страниц ВКонтакте, 5 страниц в Одноклассниках, 5 страниц в Инстаграме. На большее физически мне не хватает времени. Поэтому я рекомендую вам делать не менее 5 страниц, и из них, из 5, одна у вас должна быть брендовая страница, которой вы не будете писать сообщения, вы будете себя вести согласно правильным лимитам, согласно правильно контент у вас должен быть правильный, то есть оформление. То есть эта страница будет вас нести в массы. И хочу сказать, что я вам покажу сейчас свои странички. У меня не так, в принципе, много друзей. Но эти мои странички брендовые дали мне уже регистрации и Одноклассники напрямую мне пишут в личку, и ВКонтакт. Мои три даже из ключевых лидера пришли через ВКонтакт, через личный бренд, через сообщение. То есть они сами мне написали, не я им. Сейчас я вам покажу, как надо оформить. Самое главное, первое, реальное имя, никаких там Алиса Фаберлик, Алиса успешная,
То есть у вас должно быть, если вас зовут Маша Ложкина, вы пишете, что вас зовут Маша Ложкина. Если меня зовут Наталья Морозова, то на всех страницах я Наталья Морозова. Обязательно реальное имя. Второе, фото. Очень важна фотография на брендовой странице. У меня практически на всех основных страницах, в Инстаграме только у меня другая фотография, мне там больше нравится, потому что ореол маленький, и когда я выставила ту же фотографию, что в Одноклассниках и в ВКонтакте, она просто слилась. Я выставила другую фотографию, которая мне тоже является одной из таких брендовых моих фотографий, она мне очень нравится, я часто ее везде пишу на пост. Поэтому самое главное, у вас должно быть открытое лицо, вы должны четко смотреть в объектив, лучше профессиональная фотография. Фон у вас должен быть светлый, белый, голубой, светло-желтый, светло-бирюзовый. То есть оттенок должен быть светлый, никаких сзади не должно быть у вас, позади вас рисунков. То есть светлая фотография, с хорошим макияж, аккуратные волосы, пусть это будет не деловой, но такой аккуратный, аккуратный вид. И обязательно глядя в лицо. И контент, то есть это записи, посты, контент. Это то, что наполнено ваша страница. Контент есть на Ютубе, контент есть в Инстаграме, контент есть в Одноклассниках. Это, то есть это как правильное название постов, записи, то есть ваше наполнение. Убираете сразу, вот когда вы, если у вас сейчас, напишите в чат, у кого нет брендовой страницы, напишите «нет», я пойму. Пока вы будете писать, я буду говорить дальше. Если есть, напишите «есть», именно брендовая страница. Называйте реально имя, фамилия или имя, имя. То есть, если это брендовая страница, только имя и только фамилия. Все остальные страницы, 4 дополнительно рабочих, расскажу, зачем нужна рабочая страница. Можете называть имя, имя, ну, то есть Наталья, Наталья. Брендовое только имя, фамилия. У меня практически на всех, даже на рабочих, написано Наталья Морозова. Если вы сейчас захотите посмотреть, у вас выйдет более 15 страниц, одна брендовая, остальные мои рабочие. Просто разные города. Я их делаю на разные города. То есть именно целевая аудитория на каждой странице у меня разная. Брендовую страницу я вообще не трогаю, я практически не добавляю друзей, только люди сами идут на меня. Практически я никогда не добавляю. Но каждый день ко мне 1-2 человека добавляются сами. Это прошло 1,5 года, когда я начала работать в интернете. На своей брендовой странице никаких работа в интернет, никаких читай статус, никаких... Требуются менеджеры. На брендовой странице вы можете писать только заметки. Все остальные страницы, в принципе, вы можете написать там «Требуется менеджер в крупную компанию» или «Требуется менеджер в, или администратор в интернет-магазин» или «Ищу двух лидеров для работы в интернет». Нет, не так. «Ищу двух лидеров для организации совместного бизнеса». Ну, что-нибудь такое. То есть, насколько у вас хватит фантазии. Такое, да, можете поставить в Одноклассниках, но не работа в интернете. Если вы хотите написать «работа в интернете», букву «Р» и букву «Т» меняйте на английский «П» и на английскую «Т». То есть, чтобы модераторы вас не заблокировали. Но вообще не советую. Дальше, никаких ссылок. Одноклассники вообще ни в сообщениях не любят, ни в заметках. Хотя, вы знаете, самое интересное, что вот на брендовой, на моей странице, в Одноклассниках всегда проходит ссылка на мой сайт. На остальных страницах блокируются заметки. Брендовая страница у меня уже 9, вот моя старая страница для Одноклассников, ей 9 лет, и в ней, вот именно конкретно в ней проходит ссылка на мой сайт, как ни странно. Но я вам рекомендую ссылки не ставить, особенно если вы новую страницу будете делать. Дальше я скажу, где вы поставите эту ссылку, на ваш личный сайт или на вашу первую линию, то есть регистрацию моя структура, или на ваш личный блог. Вообще, я вот здесь не написала, но обязательно у вас, если вы сами
делаете какой-то проект, если вы не находитесь в проекте, да, вот у меня свой, с командой у нас свой проект «Бизнес-старт». У нас свой лендинг, то есть своя страница, у нас свой, своя визитка, то есть видео, записанное профессиональное видео, у нас свой лейбл, то есть командный сайт, командный лейбл, командный, как бы, все командное у нас. Если, но это вот прошло полтора года, пока мы к этому пришли. Если вы только-только начинаете и вы не знаете, с чего начать, первое, что я вам рекомендую, сделайте свой либо блог, либо сайт, либо лендинг. Если есть деньги, закажите. Ну, я делала сама, честно скажу. Визитку мы заказывали, визитка у нас платная, и лейбл у нас заказной платный. А, то есть мы отдали 15 тысяч за визитку и 2,5 тысячи мы отдали за лейбл. А за лендинг, сам лендинг разрабатывала сама совместно с Юлей, с партнером по бизнесу, а наполнение уже и домен покупной, все остальное у нас за деньги. То есть контент куплен на год оплаченный, домен у нас бизнес-старт, faberlicbusinessstart.ru оплаченный. Если пока у вас нет, ну это все деньги, это все вложения. Для партнеров по бизнесу лендинг у нас бесплатный. Если вы только начинаете и у вас нет возможности купить, вы просто-напросто берете и делаете блог на Google. Свой блог, оформите классно блог. Я знаю, что наши, вот опять не буду называть фамилии, партнеры соседние по Faberlic тоже, да, Faberlic, они получали, начали работать с блога, и вся раскрутка пошла не с сайта, а просто был обычный блог на Гугле. Это все вы можете создать, зайти в YouTube, посмотреть, как создать блог, ничего там сложного нет. Самое интересное, я в свое время, оказывается, создала блог. Представляете, вчера я редактировала, делала SEO продвижение своего нашего сайта, и случайно, ну, решила проверить контекстную рекламу, набрала Faberlic Business Start, и у меня вышел мой блог. То есть мой блог выходит в первой десятке, хотя я его даже не продвигала. Просто там он идет наполнение автоматически с YouTube. Сделайте блог, если вы постоянно будете через хэштег его продвигать, ваш блог будет подниматься. Это вот моя такое... такой секрет, который хотела бы вам с вами поделиться. Ну, не секрет, это, конечно, это такая фишка, которая обязательно у вас должна быть форма, куда вы приведете своих людей. Должно быть что-то, куда... Вот это как офис у нас, да? Вот кто офлайнщики поймут, когда вы начинаете работать на земле, первое, по сути, вот что я сделала, я открыла пункт выдачи. Первое, что нужно сделать, это должен быть офис. Если вы не открываете пункт выдачи, сделайте классный офис, куда вы приведете свою потенциальную клиентуру, своих потенциальных консультантов. Должно быть место, куда придут люди с интернета. Обязательно. Дальше. Отвлеклась. Ну, это очень важно. Обращаем обязательно на оформление страниц. Никаких купальников, никаких посиделок, никаких застолий. Я имею в виду, если вы застолье у вас происходит в агентском пункте, с тортом, с чаем, вы при этом обсуждаете, да, конечно, делаете классное селфи, выкладываете в Инстаграм, там, в Одноклассники, ВКонтакт, сегодня мы поработали с партнерами, обсудили стратегию, разработали план на 2 недели, попили чай, было круто, было здорово, тогда да. Но не так, что вы куда-то поехали, отдыхали, компания, и вот вы никаких таких фотографий. Если вы хотите свою страницу в Одноклассниках оставить для друзей, оставляйте ее для друзей, но для бизнеса открывайте новую. Все, это не обсуждается. Для работы, для бизнеса только страница без всякого вот этого вот. Дети, да, то есть с ребенком обязательно, особенно если в одежде от Faberlic, вы можете еще и прикрепить. Муж обязательно, это ваш тыл, семья обязательно, то есть спозиционируйте себя, но никаких там каких-то вот таких вот, если отдых, вот, например, я пишу про отдых,
Тогда пишите, что как здорово работать в такой классной команде, в такой компании, когда я могу зимой, вот у меня просто такие посты были, фотографию с Таиланда, и я пишу, что я могу позволить себе сейчас уехать на 2 недели лето в зиму, я отдыхаю, потому что я тут зарабатываю, понимаете? Разница, или вы просто выкладываете фотографии, я на отдыхе, или вы пишете пост и прикрепляете фотографии. То есть все друзья видят вас, они следят за вами. Через год, вы поверьте, через год придут люди к вам, напишут в одноклассники, потому что у меня такое было, ваши одноклассники, ваши знакомые. Чем ты занимаешься? На самом деле, так у меня было и есть, и пишут до сих пор. Не часто, но пишут. Одна девушка написала, я год слежу за тобой. Так у тебя тут интересно, можно я приду? Ради Бога. Я всегда всем рада. Понятно. И в Одноклассниках к своей брендовой страничке рекомендую вам одну группу. Вообще, конечно, если вы работаете непосредственно с Одноклассниками, и у вас там 5 страниц, лучше на каждую страницу иметь свою группу. Но это очень много занимает времени. У меня несколько страниц, но работаю в основном только с одной из брендовых. Потому что надо постоянно постить, постоянно добавлять людей. Давайте вот в следующий шаг я остановлюсь. Сейчас я вам покажу свою страницу и расскажу, о чем я вам говорила. Запускаю рабочий стол. Все, вижу, что запустился. Вот моя брендовая страница. Это позиционирование. Вот моя фотография. То есть вы видите, да, на белом фоне мой пост. Я часто их меняю. Это пост, вот он с Инстаграма у меня. То есть у меня Инстаграм. Сейчас, секунду. А вот пост, то есть я пишу, это в Инстаграме, фотография красивая. Это с Москвы фотография. И текст. Пишу сама, если не, ну вот этот текст написала, где-то я что-то у кого-то слезала, честно скажу, и добавила свое. Честно скажу, что если вы не можете писать посты, берите, и это называется рерайтинг. Ой, нажала, секунду, закрою. Это называется рерайтинг. Если не можете сами написать, возьмите, переделайте под себя. Вот мои друзья, вот мои фотографии. Тут вот можете посмотреть мои группы. Сейчас я вам покажу свою группу. Видите, заметок 757. Это посты, которые я постоянно, каждый день выкладываю. Сейчас я вам покажу. Сегодня что-то с одноклассниками какая-то беда. Почему-то очень плохо я сюда ходила и прям... Грузится очень плохо. Здесь вам видно. Которые хотят узнать больше компании Фаберлик. И вот здесь есть место, написано сайт. И вот этот сайт свой, сайт. Прикрепляете сюда, вот. Когда у вас люди приходят отсюда, вот, например, я здесь, когда делаю поделиться, вот здесь, например, могу поделиться. Видите, я вот сделала и не поделилась. Сейчас мы поделимся в ленту, пусть будет у нас. Когда люди зайдут на, увидят в эту группу, они могут зайти на этот сайт и увидят ваш сайт. Обязательно везде прикрепляйте свой сайт. Ну, вот здесь вот посты, здесь вот видео с Ютуба, здесь именно все, что, на что мне вот время есть писать, я пишу. Все, по вопросам регистрации, вот мы ходили Новый год, по-моему, был. То есть здесь все наше такая... тусовочная группа, скажем так. То есть здесь информация для тех, кому интересно. И когда вы открываете личную страницу, открываете пост, вот мои посты, давайте посмотрим, и расскажу, что еще мы с вами, вот пост, который сейчас я поделилась, пока вам говорила. Вот смотрите, вот сегодня добавилась у меня друга ко мне, я вот сюда нажимаю, все видели? Еще раз. Все увидели? Пропало. Не видно вам? Сейчас не презентация не с телефона, а я вам показываю, видно. Хорошо. Видно, да? Отлично. Вот смотрите, вот лента сегодня я добавила быстро-быстро вот вечером двух друзей. Видите?
Из ленты не убрала. Не надо, чтобы это видели ваши люди. Вот сюда нажимаете на крестик, убрать события из ленты. Этого не должно быть. Вот видите, сегодня я выставила фотографию. Маленькая я написала, вот не сделала не пост, там выставила фотографию с телефона, потому что было. Но в комментарии написала пост «Я и мой сын». Потом вот пост, который у меня в статусе. Идет за собой что-то. Вот тоже не убрала, сейчас уберу. Видите? Считаю классным день рождения у девушки, не убрала, убираю из ленты опять. Два подарка убираю из ленты, постоянно надо проверять. Все, потому что когда люди придут и будут смотреть мою страницу, не должно быть никаких, даже если вы принимаете подарки, мне постоянно подарки присылают, не должно быть у вас в ленте, пусть они у вас там мали, и то даже надо их убирать, не принимать, но как бы не хочу людей обижать. Принимаю, они же там деньги тратят на это. Так, вот еще увидела, добавила 3 друзей. Видите, моя фотография, это тоже моя рабочая страничка. Убираю из ленты. Понятно, про что я говорю? Вернусь к презентации. Понятно, про что я говорю? Напишите. Потому что не нужно, вот понимаете? Когда посторонний человек заходит к вам на страницу, у меня очень часто заходит, вот в день иногда по 30-40 человек заходит, они смотрят, не на, им нужно видеть, чем я занимаюсь. Не нужно, кого я добавила. Ну, не надо этого делать. Не нужно, какие подарки. Да, это пока вы себя будете позиционировать как с одноклассниками социальной сети, оно у вас так и будет. Когда вы себя начнете позиционировать как предприниматель, как интернет-предприниматель, у вас будет только лента наполнена интересными, не просто про Фаберлик, не обязательно, интересными, может быть. Но у меня вот иногда, знаете, бывает, вот не поверите, 100 с лишним подарков у меня было в день рождения. Мне очень, конечно, приятно, но я действительно потом устала вот чистить ленту, потому что у меня бывает, знаете, люди просто хотят меня поздравить, и, конечно, я же как откажу. Я скажу, не буду принимать, конечно, это будет некрасиво. Я принимаю подарки, но я их убираю из ленты. Друзей добавляю, убираю. Вот вы себя должны спозиционировать с интернет-предпринимателем. Не должно, у вас должны быть идти. Если вы, например, вам что-то понравилось, какой-то пост написали, поставили, пусть вы будете писать там не 3-4 поста в день, пусть вы будете писать один пост в день. Но он должен быть классный, качественный. Попробуйте. Я раньше писала посты, честно вам скажу, вот я сегодня почти все прослушала по первой школе, которая была. Ну, скажу так, что информация доступная уже мне была, и как бы я уже это все знаю. Но я действительно раньше посты писала на Word. Садилась, правила, корректировала. Сейчас я этого не делаю, пишу автоматически в телефоне, пишу в Телеграме сама собой, в чате правлю и пересылаю потом в Инстаграм. Но у меня это все уже до автомата сейчас, потому что удобно, когда вот в Телеграме сам себе написал, либо в Evernote, есть такие фишки, Evernote программа, Telegram программа, в программе сам с собой чат, Google диск, то есть я пишу, потом где-то что-то правлю, если где-то красивую мысль увидела, вставила, и потом уже ищу красивую фотографию, к фотографии прикрепляю текст. Это и есть пост. Вы можете делать хотя бы один раз, ну, вообще для начала, когда вы начнете только делать, 3-4 поста в день вы должны делать. 3-4, это минимум. Потом достаточно уже, когда у вас будет много уже друзей, уже когда у вас пойдет трафик потихоньку, 1-2 достаточно будет. Ну, вот я не успеваю, у меня вот 1-2 получается. Один я делаю ночью, получается, вот прям вот уже когда в ночь. А один у меня получается либо с утра, либо ближе к обеду. То есть вот так вот. А в Инстаграме стараюсь, ну, до 6 постов в день делать. И то, если, например, вот когда готовлюсь к презентациям, я, к вебинарам, я очень как бы серьезно к этому отношусь. И я, получается, почти весь день готовлюсь. То есть убираю, добавляю, что-то мне не нравится. Хотя у меня все презентации эти готовые, но я каждый раз что-то новое делаю. И не работаю в этот момент в интернете. А потом, когда я сажусь, уже когда работаю, ну, 6 постов в день в Инстаграме я делаю. Потом
с Инстаграма на Одноклассники 2-3 поста и контакт также 2-3 поста. Сейчас я покажу контакт. Все, опять ушла в контент, поэтому про контент я могу говорить очень много. Поехали дальше. Когда вы сейчас первым делом все, у кого много страниц, не надо. Кто только-только начинает, я просто знаю, что здесь на вебинаре мои девочки, у них очень много страниц, поэтому им этого задания не надо делать. Кто только-только начинает себя позиционировать как бизнес-предприниматель в интернете, если у вас есть своя страница основная, вы делаете еще одну новую. Новую для того, чтобы вы будете работать с нее. Я покажу, как вы будете с нее работать, расскажу. Дальше. Важно, на начальном этапе приглашаете всех. Первое. Всех, кто онлайн, вот забыла записать. Второе. Вы начинаете приглашать различные продавашки, покупашки, я их называю предприятия. На начальном этапе на новую страницу приглашаете продавашек, покупашек. Но только те, кто онлайн. То есть вы выставляете, смотрите, сейчас я вам покажу. Ой, не успеем, наверное, мы сегодня с вами. Большая презентация, посты, и друзей вы приглашать будете, целевую аудиторию. Целевая аудитория – это люди, с которыми вы будете работать. Это не предприятие, это люди, которые живые, реальные. Их вы будете приглашать тоже потихоньку. Если страница старая, можете сейчас приглашать 10 человек в день. Реальных людей. С новой страницы, сейчас я буду говорить про новую страницу. Сейчас я включу вам страницу рабочую мою. Если не будет не видно, напишите «не видно». Вот это моя рабочая страница. Я зайду, посмотрю. У меня есть время слушать подольше, я просто, что мы ВКонтакте не успеем. Я хочу сказать все как есть, потому что время уже... Похоже, мы сегодня только разберем Одноклассники. Давайте так, мы сегодня разбираем прям Одноклассники, Контакт мы разберем в понедельник. Инстаграм заберу чье-нибудь время. Давайте. Не каемся. Это вот моя страница. Видите, вот они сами уже идут ко мне. Это моя рабочая страница. Это действительно рабочая страница, с которой я первая пишу сообщения. Второе, выставляю картинки. Третье, работаю в группах. Здесь практически нет заметок. Видите, здесь написано, снят основной ролик у меня стоит на брендовой страничке. Видите, да? А вот здесь написано текстом по вопросам регистрации, ставьте плюс или пишите в личку. И уже работаю в сообщении. То есть вот я нажимаю сообщение и работаю через сообщение. Я говорю, сегодня что-то с одноклассниками прям не работает одноклассники. Сегодня они видно, отлично. Видите, вот люди уже знают. Вот здесь вот сообщение. И, ну вот, не хотят показывать. Ладно. Хотя у меня, в принципе, хороший компьютер, но вот сегодня почему-то он у меня уже забит различного рода информацией. С этой страницы, вот смотрите, контент наполнен чем? Фотография. Здесь фотография не профессиональная, это дома. Я с планшетом. Ну, открытое лицо в деловом костюме. Видите, да? Стоит статус. Есть фотографии. 39 наполнено фотографиями. У меня есть фотографии. Картинки, которые дальше я вам буду говорить, вот они, видите? Это картинки, которые, вот если вы нажмете, сейчас я вам покажу рабочие картинки. Ну вот здесь, видите, люди поставили плюсики. Кстати, вот эту девушку, не помню, что я отрабатывала, ладно, посмотрю. То есть вот такие вот картинки, вот, например, хорошая картинка у меня была. И вот здесь люди ставят плюсики, видите? И я с ними общаюсь в личке. То есть я не спамлю, а работаю картинкой. Видите? Тут наши. Прокачивают очень часто свои наши команды. У нас есть группа для прокачки. То есть это вот что касается разное. Дальше. Никогда, фишка такая, никогда вот такие картинки, запомните, никогда картинки с работой, все, что написано, вот такая картинка у меня есть, я делаю очень часто картинки, вот такие вот, работа дома со своей фотографией. Никогда такие картинки не добавляем в личное. Только в раздел «Разное», для того, чтобы вас не забанили.
В личные фотографии вы добавляете только свои личные фотографии. Это понятно? Понятно? Нет, у меня ничего не банят. У меня все нормально. У меня 23 страницы, все рабочие, ни одна страница не забаненная. Если вы правильно работаете, правильно, как нужно работать, ни одна страница не забаненная у меня. 23 у меня в одноклассниках. Все понятно, отлично. Вот я могу вам показать, вот когда эта страница была создана. Эта страница была создана год назад, 29 мая 2016 года, видите? Вот. Она была создана, добавлена фотография. Это моя рабочая страница, одна из самых ходовых страниц. Которая очень хорошая. Люди идут очень хорошо в Фаберлик, и поэтому стараюсь работать так. Открываем вот Одноклассники, ту страничку я закрываю. Открываем, вот это более, это вот видите, город Казань. Здесь я работаю по Казани. Здесь у меня грузинчик, тоже есть, видите, статус также стоит, немножечко не забанены, фото. Фото 17 штук, я надеюсь, что вам видно. Сейчас я вернусь, да, видно, отлично. И, так, секунду. Вот, видите, разное, здесь то же самое, и личные вот фотографии. И также я здесь все добавляю, делаю, вот дальше расскажу, как я работаю с картинками, то есть добавляю друзей. И здесь я, честно скажу, я пишу сообщения, я не стесняюсь. У меня сообщение в виде картинок. Сейчас, если... Ага, вот есть, например. Вот, пожалуйста, картинка. Отправляю текст. У меня различные картинки есть. Здесь вот переписка. То есть различного рода есть вот, вот такие переписки. Тут вот просто девушка мне написала. Так мы с ней. Почему-то не захотела именно Фаберлик, она думала не Фаберлик, потому что здесь у меня не указано было. Вот что касается вот так вот оформить. Ваша задача оформить правильно контент. Так, сейчас перейду на презентацию. Сейчас я расскажу. Статус. Так. Нет, вот еще раз скажу. Картинки, которые вы создаете сами, не качайте с интернета. Вот еще одна фишечка. Когда вы скачиваете картинку с интернета, ваша задача переименовать эту картинку. Если вы ее не переименуете, ее забанят. Дальше. Про статус непонятно. В статусе вы пишете все, что вы хотите, кроме работы. Вы не, вот у меня написано, срочно требуется менеджер в интернет-магазине. Не пишите слово «работа», не пишите слово «интернет», не пишите «работа в интернете» и так далее. Почему в картинках сообщения? Потому что сообщение спамят, а картинку пока не спамят. Поэтому я делаю картинки, у меня создана папка, называется «картинки». Я делаю через сервис просто так. У меня на канале YouTube есть конкретно папка инструкции. Там есть все об одноклассниках. Если вам интересно, заходите на мой канал, все увидите. Есть как в сервисе просто так создать картинку. Очень легко и просто, поэтому рекомендую. Дальше, следующий шаг. Когда вы набираете не менее 50 друзей, вы начинаете уже приглашать целевую аудиторию. Целевая аудитория... Беру я везде. В поисковике, в группах. В основном беру в группах. Мне так проще. С поисковика мало добавляются. В основном беру... Конечно, на рабочих страницах тоже нужно писать хорошие посты. Но мне физически не хватает, девочки, времени. Вот правда. Раньше поначалу еще писала, сейчас я не успеваю. Сейчас мне единственное хватает зайти, посмотреть сообщения, кинуть какие-нибудь картинки. Потому что 80% времени я работаю в Инстаграме. Мне интереснее там. Но Одноклассники, там совершенно другая целевая аудитория. И хочу сказать, что если у вас люди придут с Одноклассников, они сразу сделают заказ.
Те, кто приходит у меня с одноклассников, они сразу делают заказы. В Инстаграме нет. ВКонтакте у меня приходит с контакта на меня. То есть мы сначала ведем переписку. И дальше уже отправляется сообщение. Я работаю спамом частично. Вообще работала спамом. Сейчас как-то мало. Практически вот только в Инстаграме пишу сообщение. И следующий слайд. Не поняла, что-то у нас в презентации. Где у нас слайд? У вас тоже нет слайда? У меня нет слайда. Есть? У меня нет слайда. Так, секунду, я... Так, все, я вернулась. У меня почему-то пропала презентация, я ее не вижу. Хотя вы пишете, что она есть, да? Ну, я вот ее не вижу. Она у меня не грузится, хотя я на выделенке. Сейчас я загрузила еще раз, сейчас она загрузится. Смотрите, следующий шаг. Когда вы начинаете добавлять людей, уже вот где-то 50-60, организовываете группу. Называйте как хотите. Вот хоть просто там назовите все о красоте и моде, все о стиле жизни. Я не знаю, это вот прямо сейчас у меня приходит. Все об успехе. Будь успешен, будь красив, все в тренде, начни себя. Ну, различного рода какие-то там придумайте красивое название и постоянно добавляйте, да, во-первых, с друзей начинайте. Во-вторых, когда уже у вас потихоньку начнете добавлять друзей, новых, приглашайте новых друзей в эту группу и добавляйте. Пусть она у вас будет, знаете, такая ненавязчивая. И когда у вас уже трафик перевалит более чем 500 человек будет в группе, она начнет давать результаты. Но это время. У меня есть, но у меня там всего 120, 110, 130 человек в группе. Особо не занимаюсь, занимаюсь больше другой работой. Но на начальном этапе, я вам скажу, это мы сейчас пойдем в контакт, я вам покажу. На начальном этапе именно группа дала мне ключевых партнеров. Следующий момент, сейчас вот ровно час, уж я говорю, что мы не знаю, успеем, нет, контакт, давайте еще буквально, я могу, я ведь на работе, могу еще 15 минут, если у вас есть времени, напишите, как вам комфортнее, сейчас продолжить, или же вам комфортнее пойти до понедельника, сейчас хотите, да, вот я тоже хочу сейчас, у меня нет презентации. Не пойму. Вы ее видите? Я знаю, что вам видно слайды, мне не видно слайды. Так, скажите, вот сейчас я перейду на 10-й слайд. Я ее знаю, в принципе, наизусть, я ее открою через себя. Какой у вас слайд стоит? Напишите, что у вас там написано. Я открою через рабочий стол, буду смотреть. Она у меня не открывается почему-то, я не знаю почему. Никогда такого не было, видимо, такая это. Что там написано? Сообщение. Слайд 10, сообщение. Так, про группы. Все, сообщение. Угу, поняла. Я сейчас вам буду рассказывать. Меня, наверное, будет видно, но я буду рассказывать через свою презентацию. Вот, сообщение вы отправляете только с рабочих страниц. Только с рабочих страниц. Я имею в виду незнакомым и знакомым и все такое. Вот с брендовой страницы, вот смотрите, когда у вас человек приходит на рабочую страницу, вы отправили сообщение, например, у меня, я вот стараюсь сообщения разные отправлять. Вот вы видели, да, у меня есть три предложения, потом у меня есть работа дома сообщения, то есть предлагаю работу, 2-3 часа, от вас компьютер, желание, тра-та-та, вот примерно такие. Потом у меня есть сообщение, у меня есть три варианта: работа в интернете, бизнес по франшизе и дисконтник. То есть вот так вот есть. То есть вы выбираете, и когда вы с рабочей страницы. Человек у вас заинтересовался, у вас все равно будут заинтересованы люди. Есть люди, которым это интересно. Кто-то заинтересуется бизнесом по франшизе, кто-то искал давно консультанта. У меня есть девочки такие, которые просто зарегистрировались, брать для себя. Кто-то заинтересуется бизнесом в интернете.
Как только человек говорит, да, я согласен на регистрацию, я сразу же перевожу его на основную страницу. То есть до регистрации я его веду на рабочей странице. После того, как он согласился, я вывожу его на рабочую страницу, на брендовую, добавляю в друзья и начинаю ему писать. Все. Только с брендовой он у меня в друзьях, он у меня в группе, он у меня регистрируется, он видит, чем я занимаюсь, и он принимает решение уже, когда приходит на мою основную страницу. То есть, понимаете, да, то есть я ему высылаю ссылку, а у меня, знаете, какой текст? Сейчас, если я буду открывать, будет висеть у меня. Примерно такой текст. Вот, например, что нужно делать? Для этого вы должны пройти регистрацию, но для начала добавьте меня на основной странице, ссылка на основную страницу, и всю переписку начнем вести с основной страницы. Он заходит на мою основную страницу, и, как правило, либо сразу регистрируется по ссылке на бизнес-старт уже, либо пишет мне данные в сообщении. Практически, ну, 8 из 10 регистрируется 100%. Это что касается сообщений. Дальше. Следующее. Так, 11. А, вот работа с фотографиями. Секунду, перелистну вам слайд. Раз я не вижу. Работа с фотографиями. В день вы выкладываете фото о работе, фотография. Вообще лучше делать самим. Отмечайте своих продавашек, которых вы вначале добавили, продавашек. И когда вы запускаете эту фотографию, отмечаете продавашек, ну пусть она у вас там полдня постоит, потом удаляйте из ленты. Фотография пойдет в мир, а в ленте, чтобы вас не блокировали, она не будет. Я иногда не удаляю, оставляю, иногда их удаляю. В любом случае, если вам кто-то поставит плюсик, у вас отразится это в обсуждении. Это такой метод, особенно орифлеймщики его любят. Дальше. Нюанс. Нюанс на одноклассниках. Обязательно на всех своих страницах, на всех моих страницах стоит запрет на отмечать, меня не отмечают ни на фотографиях, ни на картинках, ни в статусах. Меня нигде не приглашают в игры, я все это закрыла. Простите. В течение новой страницы 5-6 дней вообще не проявляйте активность, то есть она у вас на отстойке. Она должна простоять. Нет, ВКонтакте совершенно по-другому работает. И устанавливаете тему, чтобы она была яркой, красочной, добавляете фотографии Faberlic практически вот каждый день. Это что касается одноклассников. Дальше. Давайте разберем с вами контакт, раз у нас есть с вами 15 минут времени. Так, открылась у вас контакт, да? Напишите, что вы видите контакт. Я просто не вижу презентацию. ВКонтакте, вообще, скажу честно, ВКонтакте у меня 8. Так, вот сейчас какой у вас слайд стоит? У меня написано 12 стоит. Окей, нюансы. Следующий. А вот так? Открылось. Ок. Сейчас открылся, отлично. Я просто говорю, листаю и не вижу. Написано ВКонтакте, да? Написано ВКонтакте. Презентации нет, я не смогу даже запись выложить, потому что у меня чистый этот экран. ВКонтакте, скажу правду, у меня 8 страниц, а работаю с одной. Не хватает ни времени, вот просто не хватает. Но у меня есть страницы без друзей, которые работают методом комментариев. Метод комментарий давала Алена Колчина, очень классный метод. Он у меня даже тоже есть на канале, и у нее я брала. У меня есть две страницы без друзей, я работаю, две еще забанили у меня с метода комментариев. Но опять-таки скажу, метод комментарий дает отлично много регистраций, но из всего потока, у меня, по-моему, 3 человека только сделали заказ, то есть вошли вообще вот в программу стартовую. В основном идет молодежь, это я вам уже об этом говорила. Давайте тогда так, посмотрим сейчас, еще раз запущу трансляцию стола и покажу свою ВКонтакте, кто меня еще не видел ВКонтакте. Вот, то же самое фотография, видите, да? Видно вам вообще, нет? Видно. То же самое фотография. Наполнение, смотрите, обязательно у вас должно быть наполнение. Во-первых, у вас должен быть статус.
Любой. Ну вот у меня вот такой стоит статус. Дата рождения, город, место работы. Вот потом мы обратим на это внимание еще. Веб-сайт, мой основной сайт и Телеграм. Дальше. Языки. Пишу несколько. Дети, ребенок, телефон, скайп. Место работы моя группа. Мои образования 2, и первое, и второе. Деятельность сделана, интересы сделаны, музыка, фильм, все заполнено. Все заполнено абсолютно. То есть вот здесь вот вы можете посмотреть. Дальше. Это что касается. То есть меня, в принципе, могут люди найти в любом месте, да, то есть и по скайпу. Вот телефон я почему-то скрыла. А почему скрыла? Потому что мне стали приходить странные смс. Но мы сейчас его поправим. Как бы я его не скрываю, но у меня везде, в принципе, написано. Вайбер, ватсап, телеграм на этом телефоне. Все, телефон, я думала, он у меня есть здесь. Друзья, подписчики, фотографии, отметки, видеозаписи. Здесь у меня, смотрите, как наполнен контент. Контент также вот у меня прикреплена. Периодически я меняю. Вот у меня здесь пост 28 апреля. Примерно я дней на 10 оставляю пост, ну, 2 недели максимум. Потом меняю. То есть я не меняю каждый день. А остальные посты у меня вот здесь. Здесь обязательно ссылка на мой сайт, куда они придут. А здесь у меня посты каждый день я вот, видите, выкладываю. Такие же, как в Одноклассниках, ну и дополнительные есть. Вот даже вот есть, вот, например, смотрите, есть пост с лета, фотография, но вот здесь у меня очень хороший текст. Это с Инстаграма. Это мы тут дурачились с сыном, я не могла не показать, потому что мы, видите, в жилетке Фаберлик. Ну как такое не выставить? Пост. Тоже в Инстаграма лето, и тут написано: скоро лето, планирует отпуск, тара-та-та, куда вы собираетесь поехать, делитесь комментариями. Это не просто так, это именно для того, чтобы людей привлечь, чтобы они читали эти посты, понимаете? Ну вот здесь, то шли из садика, мама решила пофотографировать, одежда вся из Фаберлик, ну то есть вот тут вот даже, вот видите, сын и... Использую сына в своих корыстных целях. Вот. Фотография, пост. Это все с Инстаграма у меня, сюда я делаю. Эти конкурс от Марии Озаренок тоже выставила. Хочу выиграть конкурс. Прокачка личного бренда. Вот. Приглашаю в сотрудничество шикарного бизнеса. И вот мы отмечали закрытие директора Люды. И вот, понимаете, ну вот так. Вот такой вот, никаких там чего-то там, вяжите вы с удовольствием, пожалуйста, где-то, не знаю, ну, чтобы никто этого не видел, понимаете? Да, один пост я закрыла, нет, это не рабочая, Катя, страничка, это брендовая, сейчас я вам покажу рабочую, это моя брендовая страничка, моя основная, с которой я работаю, ей более... Вообще, это была просто моя страница в 10, каком ее году? В 10 году я создала, что получается, 7 лет ей. Но я ее полностью переделала на брендовую. И вот сейчас я вам покажу еще раз, если получится. Я закрыла рабочую стол. Вижу презентацию, прям не могу работать. Ладно. Сейчас откроем рабочий стол. Или сегодня что-то у нас тут с выделенкой, хотя здесь, в принципе, выделенка такая хорошая. Так, скажи, какой надо. Не поняла вопрос, Галина, полностью напишите мне. Не понимаю вопроса. А, слайд. Нет, переключать могу, я их не вижу, видишь, Галь. Переключить-то я могу слайды. Не вижу сама, почитать себе, мне неудобно. Вот про что говорю. Так, программа у меня тут запускается. Вообще, вот сейчас то, что я с вами вам делюсь, рассказываю,
У меня это все в закрытом доступе, потому что я это все делала для своей команды. Честно скажу, на это ушло 1,5 года, а пока я к этому пришла, никто никогда со мной практически ничем не делился. Но я хочу, чтобы вы понимали, вообще надо делиться, надо рассказывать, потому что кто-то знает какую-то одну фишку, кто-то знает какую-то другую фишку, и мы с вами можем быть, знаете, настолько полезны друг другу, что кто-то принесет какую-то полезность. Вот я вам дам такую полезность, а может мне кто-то даст другую полезность. Да, вот именно, не оскуднеет рука дающего, и я надеюсь, что когда-нибудь ко мне придет золотой директор с Орифлейма. Правда, у меня даже это в цели написано, потому что орифлеймщики, они быстро начинают, прям моментально начинают работать. У них там такая жесткая дисциплина. Ладно, отвлеклась. Онлайн-проект «Бизнес-старт», вот про то, что я вам говорила, моя группа. Всем видно? Вот, вступайте в мою группу и будете знать все последние новости. Вот так выглядит моя группа. Это первое, что я создала вообще, когда начала себя позиционировать в интернете. Это была моя вот эта вот группа. Вот 2236 человек здесь. Я вам даже расскажу историю, как получилось. Случайно я услышала вебинар, давала Света Устратова, тоже вот как-то она рассказывала свои фишки, это было в 2015 году, по-моему, летом, и она сказала, создайте группу. И вот пока она говорила, вот пока она там говорила 40 минут, я сразу же создала группу и начала наполнять ее продуктом. Сейчас, конечно, тут не только продукт, тут, в принципе, все, и материалы такие, ну, здесь вообще все, в принципе. Такой контент с постами, как и с видео, и, ну, все здесь. То есть я наполняю, поскольку здесь, вот смотрите, еще фишка какая, сейчас вам скажу. Вот смотрите, где контакты, видите? Обязательно, у меня здесь второй контакт стоит мой муж, он у меня как администратор получается. У вас, если будет две страницы, сделайте два контакта. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если вдруг у меня была ситуация, когда, да, я поделюсь, как добавляю друзей, когда получилось, меня заблокировали, я не могла запостить в эту группу, потому что у меня не было второго администратора. Теперь я что делаю? Я, если вдруг, ну, давно не блокируют, как бы, но была у меня такая ситуация, когда я, если вдруг заблокируют, я могу спокойно зайти со страницы мужа, он мне отдал эту страницу свою, он сказал, я не буду все равно там сидеть, эта страница моя, просто с его фотографиями, с его, ну, вообще я ей пользуюсь. И я пощу с его страницы, но под подписью «Бизнес-старт», то есть не видно, что это он постит. Ставлю подпись, и получается, что я делаю пост от имени группы. Очень удобно. Дальше возвращаемся. Еще раз я вам покажу то, что хотела показать. А, ссылки. Обязательно вот здесь вот должны быть настроены ссылки. У меня настроены 3 ссылки. Бизнес-старт – это мой лендинг. Интернет-магазин – мой напрямую. И онлайн-регистрация – первая линия. Дальше. Здесь у меня есть текст. Вопросы где-то, темы, а, ну вот, регистрации, отзывы, вот здесь, кстати, у меня, по-моему, Танюша, а, я удалила, мне вот здесь писала Танюша Кеплин, есть она у меня здесь в чате? Она вот как раз у меня пришла с группы, Таню Кеплин не вижу, да, сегодня не вышла, ну ладно, то есть, понимаете, да, про что я говорю? Дальше. Вот, обязательно у вас здесь должны быть несколько тем. Ну, вот у меня отзывы и регистрация. Все, больше я тут, в принципе, все остальное я... ну, и вот, конечно, в начале регистрация. Ну, вот такая группа, наполняйте. Так, теперь по вопросу Кати. Добавлять друзей куда? В сам контакт? Ничего не видно, потому что я сейчас поставлю презентацию. Теперь должно быть видно. ВКонтакте для начала на рабочую страницу есть такая группа, называется «Добавляйся, добавь друзья, добавляйся в друзья». С помощью этих, вот тут как раз вот следующий нюанс, следующий пост. Сейчас я
Переключу. Вот. У вас должен быть стоять сейчас 14 слайд. Стоит 14 слайд? Написано, должно быть написано «Работа ВКонтакте». Вступить в группу, добавить друзья. За день можно добавить до 100 друзей. Написано? Отлично. Вот в ответ на твой вопрос, Катя. Для начала я добавлялась, в брендовый практически не добавлялась, у меня как-то сами пошли. А в рабочие, давайте покажу, сейчас покажу. Так, метод комментариев вы посмотрите. Так, и вот то же самое про группу я вам сказала. А, и вот работа, реклама в группах, сейчас я вам поставлю. Давайте рабочую посмотрю, покажем. Работа в группах, поставлю слайд. И рабочий стол. Сейчас я вам, так, запускается, подождите, рабочий стол. Не запустился, секунду, почему-то. Сейчас я вам покажу рабочие странички. 8 у меня рабочих страничек. У меня сделана вот такая папочка. Сейчас я вам покажу. И вот здесь у меня, видите, браузеры все. На каждом браузере у меня контакт. Одноклассники, видите, вот на каждом из этих браузеров у меня разные страницы, чтобы я не запоминала пароли. Тоже такая фишка. Давайте дальше. Вот контакт. Контакт – это моя рабочая страничка. Здесь не так много друзей у меня. Здесь я работаю в основном, посты редко выкладываю, но выкладываю. В основном работаю сообщениями и комментариями. Метод сообщений, метод комментариев. В принципе, тут практически то же самое. Единственное, здесь друзья совершенно другие. И здесь я работаю, видите, у меня реклама в группах. Вот. Видите, группы. Здесь я выкладываю объявления. Ну, если еще интересно, давайте еще покажу свои странички. Вот еще одна моя страничка. Эта страничка, я работаю метод комментариев здесь. Вот она. Тоже немножко наполнения и все. У меня везде Наталья Морозова. Я как-то единственное там где-то есть. Сейчас найдем. Вот еще Наталья Морозова. Вот тоже моя страничка. Здесь 262 друга. Здесь город Уфа. У меня, видите, каждая страничка на определенный город сделана. Так, понятно. Объявление сейчас покажу. Следующая вот картинка. У вас как раз должна быть 15-я картинка, написано «Реклама в группах». Выбираете группу, вступаете в нее, и уже мне выпадете. Все потеряли. Вступаете в нее и обязательно читайте правила. Размещаете такие объявления. Требуется сотрудник в интернет-магазин, требуется администратор в интернет-магазин, требуется сотрудник для работы в интернете. Вот все, что написано у вас там, вот то вы и делаете. Любые объявления, ну, шаблоны, если нужны, могу, в принципе, скинуть. Мне труда не составит. Единственное, только куда скинуть. Могу в тренинг-центр, если хотите, скину примерные шаблоны. Давайте, какие я размещаю. Дальше. Вот так вот это выглядит. Вот так вот это выглядит. С одной, вот видите, примерно вот сообщение. Можно делать меньше. Это большие, это видите, старая еще у меня фотография, пост еще в старом дизайне контакт. Сейчас я, конечно, делаю маленько другие. А вообще, там сейчас вообще прям милипусечные делаю. Вот честно, знаете, помните, Алена Колчина давала, вот я их немножко переделала и вот даю. С одной страницы вы можете дать в день 100 сообщений.
Самое главное смотреть, чтобы вас не забанили. Именно за вот эти, одну страницу я потеряла именно за комменты, одну страницу потеряла за сообщения вот, в группах. Приходят люди, приходят, регистрируются, но не всегда работают, но на то это и бизнес. Самое, вот честно вам скажу, работают только те, у меня, большей частью, кто пришли и захотели работать сами. То есть сами меня нашли либо в группе, либо через сообщество, либо в сообщении, либо в Инстаграме, либо в WhatsApp. Вот у меня даже девочка пришла на WhatsApp, Viber. То есть кому это нужно, они вас найдут и захотят вас послушать. Придут с YouTube, даже у меня есть регистрация. Потому что не все могут подстраиваться под тембр голоса, под, может быть, я кому-то не нравлюсь, кому кто-то со мной не сойдется. У меня вся структура, мне кажется, вот вся такая, как я. Вся вот она у меня вот куда-то торопится, вся куда-то бежит, вот как на подбор. И к вам придут такие, какие вы. Может быть, поэтому у меня не так быстро растут лидеры, потому что таких вот, как мы, энерджайзеров очень мало, и да, рыбак рыбака это залекает, поэтому очень, как вот это объяснить-то слово, сложно таких, как я, как мне говорят, муж, таких, как ты, больше нет. Ну, по темпераменту очень такие, знаете, более энергичные, скажем, что ли. Давайте дальше, уже вот я прям сегодня вас задержала. Мне что-то хочет. О, 17-й слайд у меня открылся. Представляете? Группу я вам уже сказала. Можете сделать еще и конкурс. Вот, забыла сказать. В начальном этапе я делала конкурс для раскрутки группы. То есть дарила я тогда парфюм и розыгрыш. То есть прикрепила объявление. Разыгрываем парфюм. Для этого нужно сделать то-то-то. Очень хорошо работает. У меня девочки работают по такому принципу. Я знаю многие. И еще про ведение группы. Обязательно выберите тематику своей группы, то есть на что она, вот у вас должна быть карта смысла, ну или видение вашего бизнеса, то есть вот четкая картина, мировоззрение, вот как у вас выглядит. Вот у меня есть карта смысла с четким видением, что нужно делать, какая целевая аудитория, какие посты, какая группа, что я хочу добиться в итоге, понимаете? Вот тоже, пусть это идет в более таком медленном темпе, не так, как я, конечно, хочу, мне вот не хватает этого темпа, но вы должны четко понимать, что у вас должно быть. И вначале у вас должны быть публикации не менее 4-5 постов в день, не менее, потом можно поменьше. И репост обязательно на свою страничку, на рабочую, на основную, это что касается вот этой группы. И 19-й опять у меня, не вижу я его. Так, ну вот про контент. Ежедневные посты, рерайтинг, это вы у кого-то берете, переделываете под себя, копирайтинг вы пишете сами. То есть вы либо сами пишете посты, если у вас не хватает фантазии, вы берете, делаете у кого-то, переделываете под себя, это очень важно, и уже работаете так, как комфортно вам. Я, честно скажу, больше рерайтинг. У меня копирайтинга, у меня есть иногда, но иногда не хватает фантазии, иногда не хватает на это времени. Я просто переделываю какой-то красивый текст и работаю. Ну и последний слайд на сегодня. Это, ну все, вот он последний, да, получается, контент. Все. Вопросы. Может быть, что-то. Инстаграм тоже займет у нас много времени. Вопросы, что непонятно. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, я откланяюсь и поеду домой. Я еще, потому что на работе. Пока все понятно, хорошо. Самое главное, что запись будет обязательно. Запись будет обязательно, вопрос в другом, что... Смотрите, у меня, я на канале YouTube сегодня ночью, просто я переделала маленько, но для турбостарта у меня как раз была эта тематика, я его поделю, и у вас будет отдельно Одноклассники, отдельно Контакт,
и отдельно будет Инстаграм. Здесь я соединила, не надо было, конечно, этого делать. Но на канал YouTube ссылочки я в чат скину в наш тренинг. Вы потом возьмете, кто не в чате, то есть кто не директора, в своим я, конечно, скину, а кто не директора. Ну вот Олеся, это моя Олеся, если я понимаю правильно, Олеся Горчинская. Все, я надеюсь, вам было полезно. Нет, Олеся не знает, чья девочка тогда. Олеся, напиши фамилию, пожалуйста. Не могу, вот я всегда говорю, пишите свою фамилию, чтобы было понятно. Девочки, кто не с моей структуры? Тебенева, очень хорошо, приятно. Меня Наташа Морозова зовут. Смотрите, если вы не можете найти запись, найдите меня в канале YouTube. Вот я сейчас вам скину ссылочку. Ну, не хотите подписываться, просто сделайте себе закладочку. Потому что я такие вещи стараюсь выкладывать всегда. Именно по работе. У меня есть по Инстаграм вообще есть отдельная... Сейчас я вам... Так, отлично. Вот кто не подписан канал, просто не хотите подписаться, просто возьмите закладку. Я все свои вот эти вот темы мы выкладываю на YouTube в открытом доступе. Не выкладываю в закрытом. В закрытом доступе... Лендинг у меня бизнес-старт. В закрытом доступе у меня, девочки, только для команды, не, либо не мои, кто выступает. То есть я для тренинг-центра, я делаю, девочки, сами видели, да, что у нас для тренинга, которые вот, в основном есть, конечно, у меня тоже есть свои секреты, есть закрытое видео, куда деваться-то приходится. Но в основном сейчас все, что касается обучения, честно вам скажу, все, что касается обучения, у меня все в открытом доступе. Потому что, как бы сказать-то, ну, есть люди, которые придут, если еще не пришли, они придут ко мне на, именно на обучение на мое. Они поймут, что здесь их научат, вот мой лендинг. Научат, помогут и поставят в систему. Потому что... Все равно у нас четко уже система, которая ведет, то есть на начальном этапе, на среднем этапе, инструкции и так далее, и так далее. Не надо, мне вот уже не надо снимать инструкцию, у меня все есть это. И приходит у меня новичок, я ему полностью даю, у меня есть закрытый обучающий сайт для команды, я даю вот этот сайт, и все, вперед. Все обучающие темы там есть. Все, я всех люблю, целую вас, давайте, пока-пока. В Челябинск мы увидимся 13-го на обучении. 27-го, 28-го мы увидимся на тренинге. Я приглашаю всех, потому что я посмотрела, тематика заявлена классная. Кто в моей команде, девочки, решайтесь хотя бы на онлайн. 400 рублей не великие деньги. Это даст свой результат, и вы поймете, что нужно вам расти быстрее. И уже, я надеюсь, к